Привет. Мы сегодня будем рисовать золотой рыбка. Начинай сейчас. Золотой рыбка именно китайский. Они отличаются обычно рыбка. Обычно они гораздо такой большой. Интересно. Сейчас покажу. Давай попробую себе. Сначала начинается гроза. Нет такой большой гроза. Впереди гроза. Как рамочка. И они бывают разных цветов. Красный, желтый, зеленый даже. Хвостика вот здесь, и третье, теперь туловище. Хорошо, один рыбка готовый. Теперь давай еще один порисуй. Давай на черный попробуй, да? Черный цвет. Попробуй черный. Черная рыбка. Я немножко убираю воду. И добавите тушь. Начинай. Немножко убрать. Сюда ставим. Такой большой, как фар, да? Потом рот. Потом второй глаза. Поставим. Теперь турович. Немножко. Все, вторая рыбка готова. Теперь третья. Третья. Давай еще один. Черный еще, да? Черный порисуй. Еще один. Сначала глаза. Сюда ставлю. Глаза.
Почему? Вот. Там тоже есть. Тебе немножко еще вот подать его ту. Остайся. И туда. Все, рыбка закончена. Вот эта рыбка. Теперь мы топаете еще морская капуста, не совсем капуста, а цветы, цветы, трава, морская трава, немножко синий цвет. И начинаю снизу, только идет, перемы. Теперь немножко добавить что-то, как в воду, да? Вода. Тоже вот сюда. Чего, в принципе, закончено. Теперь остался подописать и поставить печать, да? Что будет писать? Подумай. Чисто вода и правая зараду рыбка. Можно вот так писать. Yes. Теперь поставьте печать. О, все, закончено. Золотая рыбка с воду и морская трава.